Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в Симферополе, центр Меганом, и мы проводим акцию. Общественная организация «Влана» и «Лига радости» запланировали эту акцию, приуроченную к 23 февраля, Дню защитника Отечества. Мы будем просить мимо проходящих женщин, чтобы они сказали самые лучшие, самые теплые, самые красивые слова своим мужчинам. И неважно, отец это, брат, сын или любимый человек. Главное, чтобы этот любимый человек был действительно любимым. Скажите, пожалуйста, настоящий мужчина, он какой? Трудолюбивый, да. Много чего умеет. Сильный, храбрый, не знаю. Такой, что может постоять. Защитить. За себя и за меня, да. Угу. Придет на помощь всегда. А в нем есть ответственность, есть надежность и есть мужественность. Сильный, ответственный, мужественный, храбрый. Ну, за ним ты себя чувствуешь, как за каменной стеной, что он постоянно может тебя защищать, оберегать. В нем есть огненность его идей. В нем есть неравнодушие к жизни. Ну, наверное, настоящий мужчина должен все-таки брать на себя ответственность за себя, за свою семью, за детей, за близких, ну, за всех вообще. Какой папа для тебя? Хороший очень, добрый. А он тебя балует? Иногда. Чем? Вкусными конфетками. Вкусными конфетками? Да. А ты папу любишь? Да. Можешь прямо вот глядя в камеру сказать: папа, я тебя сильно-сильно люблю. Папа, я тебя сильно-сильно люблю. Давайте сейчас поговорим про папу Виктора, да? Папа, он какой? Вот когда вы были маленькой девочкой, для вас он был примером вот такого сильного, настоящего мужчины, такой стеной? Конечно, всегда был. Папа... Виктор – это папа моей мамы. Да, мы это уже поняли, что Виктор – это папа твоей мамы. Ну, скажи, пожалуйста, папа Дима, он у тебя какой? Хороший, добрый, ласковый, заботливый. А папа Дима маму любит? Да. А как маму зовут? Ира. Ира? Папа Дима любит маму Иру. Сильно? Да. А скажи, пожалуйста, тебя папа Максим настоящий мужчина? Да. А почему ты думаешь, что он настоящий мужчина? Он сильный? Да. Сильный? Угу. Папа может 100 раз отжаться. Папа может 100 раз отжаться. Это круто. У папы улыбка красивая. Да. Как он улыбается? Как я. Похоже на папу? Да. Очень. Мама, нам сейчас мама ответит. Папа, вот за что его можно поблагодарить? За все, за доброту, за то, что он у нас такой внимательный, добрый и за то, что он есть у нас. Папу можно сказать, что папа настоящий мужчина? Да. Можно? Да. А как это видно? По его свойствам. Так, а по каким? Он сильный. Сильный, дальше. Сильный папа? Вот, она точно знает еду. Папа сильный? Да. Смелый? Да. Папа добрый? Да. Маму любит? Да. Вот у кого надо спрашивать. Человек сразу же все четко, конкретно отвечает. Поздравляем, значит, пап, да?
За что мы их будем благодарить вот перед поздравлением? За что можно его поблагодарить, папу? За то, что дал мне жизнь. Еще раз? За то, что дал мне жизнь. Так. Здесь? За то, что они живут для нас и делают все для нас в этой жизни, стараются для нас. Все, наверное. Угу. Так, здесь за что будем благодарить? За все. За все это... За то, что папа существует, за то, что он помогает, все делает для семьи, любит нас. Угу. За заботливость, за доброту и то, что всегда с нами. Свекра, как зовут? Владимир. Владимир, а здесь? Юрий. Юрий. Владимир и Юрий. Так, а за что мы будем благодарить свекра? За то, что он подарил нам прекрасного мужчину, нашего мужа, воспитал его. Воспитал таким. Это в первую очередь за то, что у нас есть, у меня есть муж, которого я люблю, и с таким высокими моральными ценностями. Спасибо ему. Ой, девчонки, как же нам с вами-то повезло-то. Так, ну а теперь давайте поговорим тогда о папах. За что будем благодарить папу? Ой, папочка, он у нас самый лучший. Он родил меня вместе с мамой, вырастил, заботился обо мне, пока мужу не передал. Очень хороший. Здесь папу как? Валерий зовут, и тоже хочу поблагодарить за то, что я всегда чувствовала себя под защитой. И даже сейчас, сколько бы мне не было лет, я все равно чувствую себя маленькой девочкой в его присутствии. Спасибо ему. Папа? Потому что он мой папа, любимый. Балует? Конечно. Любит? Очень. Ну тогда поздравляйте. Что желаем папе? Желаю счастья, крепкого здоровья, удачи, благополучия, успеха во всех делах, во всех начинаниях. Что еще? Любви, чтобы его дочка хорошо себя слушала, хорошо себя вела. Поздравляем с 23 февраля. Желаем. Желаем счастья, здоровья, успеха. Пожелаем всего самого наилучшего, всего самого хорошего. Папа поздравляет тебя с 23 февраля. Я желаю папе здоровья, счастья, удачи, чтобы он никогда не болел и был счастлив, и всегда всего добивался. Что мы папе желаем? Здоровья. Счастья, здоровья. Давай тогда папе, что ж мы пожелаем? Счастья, здоровья. И меня терпеть. Папа, я тебя поздравляю. Ты моя умничка. Я его сильно люблю. Я желаю тебе здоровья, чтобы ты был таким же, как и сейчас оставался. Мы тебя очень любим. Будь всегда рядом. Мы тебя ценим, уважаем. Счастья, успехов в работе, чтобы всегда оставался добрым, мужественным. И все было хорошо у тебя. Желаю папе, чтобы он был мужественным, счастливым, чтобы все у нас было хорошо, и у него тоже. Чтобы у него все было хорошо, чтобы у него было хорошее здоровье, он был счастлив. Папа, я тебя люблю. Пап, я тебя ценю. Пап, я тебя люблю. Пап, я тебя люблю. Кого будем поздравлять? Папу и дедушку. Папу как зовут? Сергей. А дедушку? Леня. Леня. Скажи, пожалуйста, вот настоящий, твоего папу можно сказать, что он настоящий мужчина? Конечно. А как это видно? Он всегда помогает маме, дарит нам подарки и уделяет нам внимание. А как это он уделяет вам внимание? Какими-то маленькими приятными сюрпризами. Например? Цветами. Цветами? Он часто цветы дарит? Да. Да? И тебе, и маме? Да. А как ты думаешь, он маму любит? Конечно. А почему ты так решила? Не знаю. Они всегда с мамой улыбаются. Хорошо. Скажи, пожалуйста, за что можно папу поблагодарить? Сказать спасибо, что он есть, что он меня всегда поддерживает во всех ситуациях, что он всегда рядом и всегда протянет руку помощи. Здорово. Ну и тогда, конечно же, поздравления. Папу поздравляем. Желаю папе оставаться таким же жизнерадостным, чтобы у него всегда все получалось, и чтобы в его жизни всегда было все хорошо. Папа, я тебя люблю! А,
Андрей, поздравляю тебя с Днем Защитника Отечества. Считаю, что ты являешься достойным представителем мужчин, ответственным, надежным, мужественным, серьезным. Оставайся таким же. А скажите, пожалуйста, вот ваш Сережа, он какой? Замечательный, я не знаю, но он любимый мой, скажем так. Сережа, ты у меня самый лучший, я тебя так люблю. Дорогой Миша, я поздравляю тебя с этим прекрасным праздником. Это праздник, который позволяет нам, женщинам, открыто сказать вам о том, вам, всем мужчинам, а я говорю тебе, какой ты прекрасный человек. На самом деле я увидела тебя, ты для меня открылся просто. И я открываю для себя тебя каждый день, чему несказанно рада. Спасибо тебе большое, что ты есть, что ты такой, ну, такой неравнодушный, такой неугомонный, я бы сказала. Мне это очень нравится. Спасибо тебе большое. Миша, желаю закончить хорошо колледж, написать диплом, защитить его, чтобы его любимый магазин Кроп никогда не закрывался. А молодого человека за что будем хвалить? За терпение, за помощь, за советы, за мудрость. Что будем Алексею желать? Всего самого хорошего, чтобы все, что он задумал, сбылось. Мама Вика, скажи, пожалуйста, папа Дима, он настоящий мужчина? Да, он настоящий мужчина, очень хороший муж и добрый отец. Сколько лет вы уже вместе? Это... Столько не живут. Да. Димочка, мы тебя очень любим, я тебя тоже очень люблю. Терпение, благополучие и на работе, конечно, карьерного роста. Настоящий мужчина, Дима? Конечно, настоящий мужчина. Чем он отличается от других, что вот вы отдали ему предпочтение? Ну, он добрый, отзывчивый, смелый, сильный, мужественный, много всего. Дорогие наши мужчины, поздравляю вас с наступающим праздником, 23 февраля. Желаю вам, чтобы вы оставались такими же мужественными, смелыми, сильными и любили нас. А можно сказать о том, что ваш муж Дима настоящий мужчина? Конечно. А чем это он таким отличается? Он у нас особенный. Какой? Мужественный, отзывчивый, любящий. Ну, много у него качеств. Вы его любите? Конечно. Какой ваш любимый? Чем он отличается от других? Улыбкой, взглядом. Может быть, он особо какой-то добрый, там, нежный. Добрый, самый красивый. Самый красивый и добрый. Ну, тогда самому красивому и доброму настоящему мужчине что желаем? Счастья. Любви пожелаем папе? Да. Большой и светлой? Да, как сейчас, чтобы она всегда была. Я благодарю тебя, любимый, за то, что ты есть в моей жизни. За то, что каждое утро я просыпаюсь и радуюсь, что ты рядом. За то, что я могу чувствовать себя защищенной в каждую минутку жизни. Чувствовать себя любимой. Я поздравляю нашего мужчину, наших мужчин тоже, вот, сыночка тоже с таким праздником. Желаю здоровья, естественно, чтобы он был всегда с нами рядом, чтобы никогда не болел и был таким же веселым и обаятельным. Девочки, вот коль мы начнем с мужей, да, давайте вот за что их можно поблагодарить? Вот какие вот слова благодарности за что-то можно им сказать? Вот за что? О, он у меня такой защитник. Он самый лучший мужчина в мире. Он защищает нас, оберегает. То есть все мужские качества, которые могут быть у мужа, у мужчины, вот все у него есть. Так, а здесь как обстоят дела? Здесь тоже все очень хорошо обстоит. Я хочу сказать ему спасибо за то, что я не таскаю тяжелых сумок, не горбачусь на работе с утра до вечера и не вынуждена делать какие-то мужские обязанности, только как женщины. Всем мужчинам, чтобы все мужчины были
настоящими мужчинами, мужественными, чтобы защищали женщин, оберегали женщину, чтобы были, чтобы все женщины чувствовали, что они под защитой абсолютно любого мужчины, знакомого, незнакомого. Вот. Спасибо. Да, пусть мужчины остаются мужчинами, не забывают, что они для нас глава. Как бы там ни было, маленькие, взрослые, большие, все равно дети. Для нас мужчины это мужчины, пусть они остаются такими. Кого будем поздравлять? Папу нашего мужа Дмитрия. Дмитрия, скажите, пожалуйста, вот за что можно было его похвалить? За то, что он есть. Наверное, самое главное. Не знаю, за то, что работает, любит, ну и все делает для нас. Как поздравим? Что пожелаем? Ну, пожелаем самое главное здоровья. Это ему всегда пригодится, чтобы работа у него была, удача сопутствовала всегда. Ну, мы его любим. Димочка, я тебя очень люблю. И Вероника тоже. И еще мы ждем ляльку. Ура! Это в принципе. Ну тогда и вам, и ляльки ваши, и та, которая есть, и которая будет, вам всего самого-самого наилучшего. Огромной-огромной любви, и пусть ваша папа вам будет настоящей защитой и опора. Спасибо вам. Зимой, только на него надеюсь, мой мужчина мой. О других и не мечтаю, лишь бы был со мной. Мой мужчина, повторяю, мой мужчина мой. И я снова повторяю, мой мужчина мой. Пользуясь случаем, мы хотим поздравить наша команда, которая участвовала в организации проведения этой акции, поздравить всех мужчин Крыма с Днем Защитника Отечества и пожелать им счастья, радости, любви, процветания, изобилия, чтобы их окружала любовь женщин каждую секундочку их жизни, успеха, мужества и идей, огромной-огромной любви, доблести и чести. Вы наши защитники. Ура! Пусть это все приумножится во много-много раз.